Какую роль играет в небесном мире река забвения? Река забвения не помогает забыть грехи. Она преграждает путь человеку с грехами в мир Нави, пока он не очистится. Река забвения – это нечто, разделяющее мир Яви от мира Нави. То есть эта грань – это черта. Многие остаются за рекой забвения. И в нашем земном мире очень часто можно слышать о так называемых полтергейсах, провидениях. Это те души, которые не смогли попасть даже в темное царство мира Нави. Настолько они были грешны. Это души грешников, заблудшие души. И им тяжелее всего. Лучше в темном царстве отбывать так называемое наказание, чем находиться в пустоте между двух миров. Она отделяет не только мир Яви от мира Нави, но и отделяет темное царство от светлого царства. Светлое царство и его уровни располагаются вверх от реки Забвения, начиная от первого уровня к седьмому. Река Забвения очень важна для новорожденных, которые идут на землю. Когда реку Забвения проходит младенец, идущий на землю, он забывает все, что он видел на небесах. Вернее, он продолжает еще видеть частично иной мир, но не так, как он его видел до этого. А со временем, после 6 лет, видения эти пропадают. Душа новорожденного забывает почти все, чему ее учили. Она помнит лишь то, что ей необходимо помнить. Если бы душе оставляли память, она не смогла бы прожить в мире Яви с такими чувствами и эмоциями, с которыми мы здесь проживаем. Ведь если оставить каждому человеку знания, те, которые он получил здесь, жизнь на планете сразу потеряла бы смысл. Если человек тяжело грешил, он попадает после смерти в темный мир чистилища.